Автомат Калашникова, бронежилет, солдатская каска. В ульяновской школе бокса имени Петра Липатова выставка оружия. Самый живой интерес к ней у ульяновских школьников, зрителей турнира памяти Дмитрия Разумовского. Эти соревнования вот уже второй год проходят в рамках региональной акции «Герой моей страны». В такое трудное время, в которое мы живем, нашим ребятам надо показывать, кто есть истинный герой. Герой не тот, который в стрелялках в компьютере ходит, а герои те, которые реально спасали реальных людей. Минимум речей, максимум внимания гостям и участникам. Церемония открытия турнира уместилась в четверть часа. Особый почет тем, кто служил бок о бок с самим Разумовским. Среди них нынешний пенсионер Сергей Вилков. С Разумовским они вместе учились в пограничном училище. Затем вместе защищали южные рубежи России. Его подразделение не было потерь. Это была одна из основных его задач. К нему стремились в это подразделение попасть многие ребята, молодые солдаты. Где он и готов, прежде всего, выполнять задачи с минимальными потерями. Правда, уберечь себя ульяновец Дмитрий Разумовский не смог. В сентябре 2004-го погиб, спасая школьников Беслана. В память о его бессмертном подвиге и проходит турнир по боксу. Его участники – спортсмены не старше 18 лет. А таких тренеры-организаторы говорят – призывной возраст. На тренировке спортсмен где-то может и по заданию поработать, и с более слабым соперником. А здесь уже выходят, они боксируют, и каждый выкладывается в полную силу. Этим и отличается турнир от тренировки. 60 боксеров из Ульяновска и Димитрограда. Победителей и призеров ждут награды и ценные призы. Финальные поединки пройдут 16 марта, в пятницу. В этот день Разумовскому исполнилось бы 50. Михаил Сашанский, Данил Сурков. Новости Ульяновской правды.